Рассказывай, что ты лепишь? Я леплю колобка. Маленького? Да. А что ж ты без муки? Не нужна. Не нужна мука. Нам не нужна мука, папа. Понятно. Нам нужна только тесто. Ну, вареники вы будете делать? Будем. С чем? Мама получила письмо? Давай. Давай, Дарья. Она не читает, да? Сейчас уже эти цифры несколько не актуальны.